остаться сейчас далеки. Привычку стучать в унисон можно сменить. Она что? Она смотрит сквозь трубку на свой млечный путь, а он почтовых собрал голубей. Все письма готовы давно. Первый пошел. Закрывая глаз, и океан венчал единение душ. И программу любить прописал в него сам, когда сбой, ему трудно дышать. И он, наверное, любил бы другую. Да нет, это чушь. Он не понял, о чем он пытался понять. В ее глазах он хотел видеть блеск, как тогда в феврале. Отпустить и принять, благодарить, упустить, чтоб проснуться, молиться, просить и вдохнуть полной грудью морозный февраль во дворе. Следующее, мы очень любим, ну не то чтобы недосказанность, а чтобы каждый свое услышал. В следующем номере, может быть, кто-то услышит стихи замечательного харьковского поэта Виталия Ковальчука. А кто-то, может быть, увидит детей танцующих на вершине горы. Но я не исключаю, что кто-то узнает, может быть, ноты, может, фразы из вечной музыки Александра Зацепина. А можно мне вернуть гитару? Сейчас. Это открывается, любой другой. Пустая бутылка есть. Может, конечно, карпатского. Это неудобно. Вот пластиковые фишки легко открываются. Что у меня там? Ты можешь взять ее? А? Ты можешь взять ее? Есть нож?
Я лучше пластиковую бутылку. Вот, кстати, вот сейчас возьму лучше. Эту жажду творить шедевры любой ценой. И любое сомнение в себе умножать на три. Но и силу ответов стократно умножить весной. Окунаться в листву, бездомных кормить собак. Окунаться в мечту, что пронзает тебя насквозь. Понимать, что вот это бывает еще и так. И не важно, во что воткнется земная ось. Thank you.
Да. 10 були, було б дуже якось неприродньо, якщо б не пролунало тут на мові. Вірші Костянтина Батога, музика народна. Літак. Заберу, нічу ж мені, заберу день до хати, тобі нікуди буде тікати. Що так це так? В небі мчить літак кольору зими, маха мені крильми, дивак. Так втомився від злої долі, спочиває в синім полі. Йому не треба більше неба, жаль, що це так. Долом хтось біжить, вісточку несе. Лав пропади усе, ще пак. Горімо, як зорі, і такі прозорі. Вже не зрозуміть, хто куди біжить, чи то марафон, чи сон. Я розмалюю в небі сонце, пляма не вікон. Я розмалюю ще й небо, якщо так треба. Я розмалюю річ, сумнічна річ, так що не впізнать, а стоять. Не долетел, ему нужно дальше. Поэтому мы полетели дальше с ним вместе.
находитесь в Одессе, а кто не живет, приезжайте у нас в Искитренный город, и мы вас очень любим. Спасибо.